Зачем? Можно красивые вещи использовать сразу. И этот замечательный приз достанется 652! 652! Что, никому подушка не нужна? 652 номер, забери, пожалуйста, подушку. 652! Нет, да, желающие потримать? Нет, девчоночка, нет, не к нам идет она. Вот она, мне нужна и подушка. Мы отдаем вместе с номерком. Замечательная чашка для путешествий, которая не разобьется, не протечет и ничего с ней не будет. Достанется номеру... Таня, читай, как ты бьешь посуду, тебе тоже такая нужна чашка. 318! Кто же? О, бежит девчушечка! Поход собралась уже, рюкзак собрала для походов на природу. Тебе чашка. Какой номер? 5. Ой, я тут нашла такую классную штучку, она похожа на мою сестру. Я слежу, она, кстати, моя видна сестра. Привет, люди добрые. У нас один папа, один мама, а свинка такая классная, достается номеру 120. 120 номер. Номер 120. Ой, замечательно. Слушай, у нас будет третий в компании. Не, я как-то странно, не похоже, нет. У вас не такой же розовый носик. Я буду стараться. Мы сегодня праздники, думаю, что все впереди. Танечка, а у меня всегда была мечта иметь вот такую вот посуду. Это замечательный набор, достанется номеру именно для похода, для пикника. Шикарнейший наборчик. Классный набор, да? А достанется он номеру 152. 152 номер. 152 номер. Что, никому не надо, да? Боже, бежить, бежать. Да вон она, я здесь. Зайка, я тут. Подожди, не бежать. Это разогналось от счастья. Зелененький, симпатичненький. Так, зайчик, тебе спасибо. Давай пригласим. Давай девочку в одну, потом заберем вторую. Не переживайте, у нас подарка, он глянь сколько. Разыгрывать и разыгрывать. Я, наверное, пойду в поход. Лень, какое одеяло, стёганое. Не, учитывая так, как ты мерзнешь зимой, він тобі нужен, серьезно. А достанется у номера... Молодец, помешала. 357 номер. Есть так... Нет, поэта свинка есть, вывел промостить еду, теперь еще укрыться осталось. Аплодисменты! Следующий приз. Боже, какое чудо. Бочонок для меда. Бочонок для меда. И достанется он номеру. Триста восемьдесят восемь. Нашелся. Ты моя хозяйка, это тебе. Тащи домой, чтоб не разбыло. Так, следующий подарок – это замечательный электрочайник. Достанется он... Достанется он... Мне он нужен. 359 номер. Заберите свой электрочайник, он вам нужен будет. И не только в зимнее время, но и в летнее. Спасибо, Кутрицу. 359. 359 номер. Пишу в Пашу, если 100%. Есть, моя ты хорошая. Поздравляем тебя с чайничком. Приглашай почаще друзей на чай, на кофе. Так, и следующий подарок у нас. Подожди, тут копошаться еще секундочку. Подожди, целый склад. Да, ну конечно. Ой, боже, какая прелесть. Лена, покажи товар лицом. Это копилка. Ребята, чтобы скопить на следующий год на море, она вам пригодится. И достанется она номеру 222. 222 номер. 222. Это вам. Копилка не открывается. Складайте туда побольше грошей, чтобы было. Держите шаг-банк.
Это для вас личный домашний банк. И следующий подарок у нас... О, замечательный КамАЗ. Ой, нихера, я всегда так мечтал. Доставай номерочек, сейчас узнаем, кому он достанется. 132! 132 номер! Заберите свой, пожалуйста, грузовой автомобиль. Поздравляю вас! Чуть не разбила КамАЗ, боже. Вот так вот тебе и давай права, понимаешь, в группе на управление. Следующий подарок это, ого! А ну дай-то я посмотрю. А, это опрыскиватель. Убийца колорадских жуков. Вращай хорошо. Сейчас узнаем, кому в хозяйстве будет такой помощник. Сейчас узнаем. Молодец, так тщательно, чтоб правильно. 393. 393 номер. Заберите своего помощника. Вот. Аплодисменты красивой девушке. Итак, следующий. Боже, какая прелесть. Зелененькая кастрюлька. Для всего-всего вкусненького. Вращай. Ничего не проверила, ничего не положила. Вот так, понимаешь, видишь, пока струна влазится. Ужас. Так. 270! Номер 270! Заберите свою прелесть кастрюльку. Вот, хозяечка бежит. Это, наверное, ты, да? Как раз... Вот, вот ребенок, вот сейчас себе билетик вытянул, нормально. Молодец. Давай, следующий под... Во! Отличная штука для того, чтобы... Разнообразить свой досуг. На, Леночка, держи, будешь дары, вращай. И достанется он номеру... 184! 184! А что вы роботы? 184! Где наш номер? Боже, занимайся, чтобы ты тоже занимала первое, второе, третье места. Я даже сейчас стесняюсь, а спросить, что он работает. А мне нужен мальчишка. Выходите, давайте. Кто из мальчиков выйдет? Выходи, давай. Давай, давай мальчишку сейчас. Сюда, постой, здесь сейчас, секундочку. Мальчика нам давайте. Вот, чайничек. Чайничек. Замечательный. Чайничек, конечно, выиграть. Вращай, 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 не стесняйся. Вот, и достанется. Он доставай один номерок, не переглядай. И достанется он номеру 640. Номер 640. 640 номер. У кого? 640. Ой, люди добрые. Уже никому чайничек не нужен. Ой, бежит моя зайка, он чайничек ее ждет. Предлагаю вас соединиться с кастрюлькой. Будет один комплект. Я знаю, до кого я сидел в гости иду после концерта. Так вот, дальше, следующий подарок, это замечательный плед, замечательное покрывало. Лен, покажи немножко людям. Анечка, это не покрывало, это очень тепленький такой пледик, в зимнее время согреет ножки, совесть и все остальное. Зимнее, а твою совесть уже ничего не согреет, это бы не было. 415! 415 номер. 415 номер. Ой, у вас, боже, знаю, как красота. Поздравляем вас, у вас в будущем согреться зимой. 415. Итак, следующий подарок. Посмотрите, какая прелесть. Это замечательная кукла. Я даже, это Бэби Борн, да? Да, эту куклу можно кормить. Она и делает нужду. Поэтому я предлагаю не только детям, но и взрослым поучаствовать в данном розыгрыше. 670! 670! Заберите свою ляльку до дома. 670! 670-й номер! Обучающий экспонат! Что, никого не надо? 670! Посмотрите внимательно! 670 номер! Ага, нема такого. Забирай номерочек. И следующий подарок. Еще. Есть, есть 670. 670. Есть 670, бежит. Где бежит 670? О, сидите, я там за столом, не чую это даже, что вы тут уже обучающий экспонат выиграли.
Тренируйтесь, кормите, поите, меняйте подгузники. И у нас замечательная кастрюлька, которая возросла немножечко в объеме. И в ней влезут такие котлетки. А достанется он номеру 327. 327 номер! 327 номер! Подождите, да. Мужчина, вы умеете готовить? По супруге. Но это замечательный ей подарочек. Она будет счастлива. Так, следующий. Вот. Замечательный. Я надеюсь, этот приз выиграет мужчина. Мне бы очень хотелось. Желательно. Она с волосы, да, с короткими волосами. Доставай. Так, а достанется номеру 583. 583. 583, нет, все-таки длинноволосая красавица. Да, чтобы быть еще краше каждый день. Следующий подарок — это замечательная собачка. Попробуй туда не попасть, проще она будет гавкать. И достанется она номеру 562. 562. 562, заберите свою сторожевую собачку с Рошма. Вот, отлично. Поздравляем вас, у вас будет личный план. Ой, боже, какой яркий, смотрите. Еще одна подошла, помешала, понимаете, я в шоке. Замечательный, яркий мячик. Для пляжного, и не только пляжного волейбола, достанется у нас номеру 312. Номер 312. Есть такой. Так, тебе, зайка, спасибо большое. Девчушка, а вот твой пацаненок стоит, уже ждет, ждет. Иди ко мне, мой хороший. Так, становись рядом со мной. Подходи, подходи. Ничего, будем сейчас крутить. Вот, кастрюльки растут, я поняла. Они растут. Увеличится. Это уже такая, знаете, для супа. Да, если столько будешь есть, ты тоже будешь такая, как я. Так что успокойся. С таких кастрюлек я имею в виду. Тогда я раскрываю, людям секрет, как управляется. И он достанется номеру 122. Номер 122. Заберите кастрюльку для вкусненького завтрака или ужина. 122. Внимательно проверьте свои билеты, пожалуйста. 122. А то нечего будет, некуда будет покласть классную выпечку или котлетки, или еще что-нибудь. Нема? Идет. 122. Ну и что же, они там чайники выигрывают, кастрюльки, а сами за столом сидят, понимаете? Нет, хорошо, слушайте, везучий столик, да? Так вы присели, забрали чайник. Предлагаю всей толпе медленно перейти на тот столик, чтобы выигрывать. Замечательный кошелек! Для ваших сбережений, Леночка, покажи людям подарок. Я кручу, давай ты достаешь теперь, давай, доставай. Доставай номерочек, пока вы... Просто ты ломанец с бабочкой или с мотыльком, не знаю с чем. По-моему, это одно и то же, бабочка и мотылок. Нет, не одно и то же, не меньше. 126! 126 номер! 126! Внимательно! Столик слева, обратите внимание! Я же скажу, везучий столик! Поздравляем тебя, чтобы так было побольше грошей всегда. Так, следующий подарок... Боже, я попрежу. Знаете, какие огромные классные часы на кухню. Просто чудо, чтобы знала, когда сварится яйца. С моим ростом так и показывать нельзя. Я не знаю, как держать, можно его так вверх ногами. А я буду больше грубить, чтобы она побольше постояла, понимаете? Еще постоянно. Ну, это такая картина на кухню или в прихожую. Или где-то в гостиной. Хозяин решит сам, куда он ее повесит. Доставай номерочек, сейчас узнаем. О, бежит. Ой, зайка, ты тоже такая невеличка, как и я. Поэтому я не знаю, как ты его будешь нести, они как раз урос тебе. Так, давай мне билетик. 242. Аплодисменты. Следующий подарок — это пазлы для развивания и разминки деятельности мозгов и развития детей. И вам, чтобы было скучно. Следующий, давай номерочек, тащи.
Ого. Так, это номер 183. 183 номер. Заберите пазлы. Есть, хозяечка. Все, чтобы не было складать. А, там есть кому складать. Вообще. Я думаю, что ночь впереди будет занята. Да, причем еще шишки, сколько было камелов. Это картина настенная. Здесь у нее изображен фазан со своими дамами. Поэтому обладателем кружапланы, Ваня. Отличная картинка. Для того, чтобы разнообразить интерьер, достанется номеру... Сюда смотри, там номер три. Тащи, тащи. Так. 407! Номер 407! Номер 407! 407! 407 номер. Что, нет, да? Абсурд. Есть, есть, вот 407 номер. Вот это такое подозрение, что там один столик стоит, понимаешь? Поздравляем вас. Так, и следующий подарок, этот прекрасный кувшин для хранения всего вкусного, как говорил Винни-Пух, вода. А пасечники у Павлики есть? Вообще пасека кто занимается? Что, ну вам пасечники? Танечка, в него можно ставить еще пару, я тебе открою секрет. Я тебе про это думаю, понимаешь? Номер 630! Номер 630! 630 номер! Номер 630! Есть такой! Так и сама така солоденька, як мать нашого тепіна. Та Тань, цієї фігури тільки пару ставить. Їсти булочки. Не, ти її не слухай, бо я ж кажу, що ти на ліцо все. Так от. Так, виключатель. Це такий, щоб, знаєш, не потерятися на стінки. Це мені треба, щоб тебе треба так раз, виключив, включив. Тут совісті нема. Так, тяні білетик. Номер 130! Есть, Лена, обернись назад. Девочка, будущий электрик. Вообще штука полезна. Так, мальчишки, вам спасибо. Вам спасибо, забирайте своих родителей. Иди сюда, бежи сюда быстрее. Так, быстрее бы там пропустить мальчика, потому что подарков много, а мальчик один. А следующий лот у нас электрочайник. Главный совет – не варить в нем пельмени. Еще раз, сейчас. Я перемешаю тебе. Так, оп, тяни. Мне не хватит. Номер 507. Номер 507. Номер 507. Кто ж той везунчик, кто будет пить чай горячий? Есть 507 номер? Есть, бежит, бежит наш номерок. Замечательненько. Следующее. О, еще одна чашка. Чайник уже побег. Теперь шукаем обладателя чашки. С таким вот замечательным изображением. 182. Номер 182. Есть, бежит. Во. Я знаю, кто будет пить вкусный чай. Или компот. 182. Замечательно. И еще один. Прекрасный опрыскиватель. Незаменимая штука в хозяйстве для всего-всего. Достанется номеру 106. Номер 106 есть! Поздравляем вас с замечательным приобретением помощника в дом! О! Классный! Экскаватор, смотрите, який замечательный. Аккуратно, наряд. А, це ковш, простите. Це ковш. Достанется номеру 601! Номер 601!
номер 601. Номер 601, есть такі? Ой, люди добрі, що нікому машинка не нужна. Що такое? 601. Так, следующий подарок у нас будет Лего. Это Лего достанется 131. 131 номер. Заберите, пожалуйста, Лего. 131. Есть, вот. О, ой, моя ты лапочка, ты мне как раз такая Лего проводится. Нет, а что, классная штука, слушай. Во, отличное одеяло, чтобы было тепло, чтобы было ножки як согреть. Меховое, шерстяное, теплое, зимнее. Достанется. Ну, учитывая это лето этого года, наверное, оно и летом даже пригодится, да, ребята? Да я же тебе сказала, так как ты мерзнешь, он тебе всегда пригодится. 510! Номер 510! Ой, вот. Мужчина, вам надо найти пару. Чтобы спать вместе с кем-то под этим одеялом. Слушай, да не, ну хавка, я в шоке. Следующий под... О, я же скажу, кастрюли увеличиваются в размерах. Кастрюля, это уже для борща. Ты такая, чтоб... Да нет, такую здоровую держи сама. Я номерок подержу. 677! 677 номер! Заварить кастрюльку, будет борщик варить. Добренький. 677. 677 номер. Есть, бежит. О, хозяечка. Борщ любишь? А пара есть своя? О, ты будешь ему борщ варить. Следующий подарок. Не, ну гляньте, одно лицо. Я в шоке. До дома едешь пешком, а тут далеченько. До утра придешь. На, держи. А мы скажем номер. Не буду я свой портрет держать, что это еще такое? 375! 370... Держите мою фотокопию на память. О, я не пойму, это, скажите мне, вы все пишете, да, тянете, чтобы меня вообще не видно было? Прекрасные, прекрасные модульные картины для вашего жилья. Это номер 500... О, Господи! 59! Номер 50 есть! Поздравляю! Не, 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 сами забирайте, вы что, думаете, я туда... Поздравляю вас, теперь в доме будут всегда цвести шикарные орхидеи. И следующий подарок, не спеши, мы еще подарок... О, лимузин, почти. Роллс-Ройс! Достанется номеру 161! 161! Я не помню, за игрушками что никто не идет, да? Дети! Может, у них у всех номер кинет? Это же монеты, они как талисман. Дальше будет уже великий во дворе стоять. 161! Есть 161! О, как раз поедете на нем додому. Желаю, чтобы у вас в течение года так и стоял в дворе. Так, следующий. Замечательный, это плед, да? Или покрывало, что это? Одеяло. Ой, тяжелая девочка. Ну, я ж по зубам своего микрофона ударила. Ты же понимаешь, ты такая жадная, что она же по одеялу попачила и по зубам себе лусь. Так вот. 196. 196. 196 номер. Я сейчас подорвуся. Да поставь ее, Господи. Ой, Господи. 196 номер, идите скорее к нам, заберите свое прекрасное, шикарное покрывало, чтобы вам было всегда тепло и уютно. 196. Махните хотя бы ручкой. Ручка, махайте, чтобы вы сидите. 196, смотрите внимательно в свои билетики. 196. О, будет холодно, укрываться будет. Внимание, люди, кто ест кашу, вытяните свои, пожалуйста, билетики и посмотрите на номерки. 196. Ой, ну ты хочешь, ты пришла до дома. На, 196. Следующий подарок. Это замечательный будильничек для вас, чтобы всегда знать время, чтобы быть пунктуальным
і всегда везде успевати. 577! 577! Поздравляю вас! Тепер ви ніколи не проспите. Следующий подарочек. Ой, щось вони тепер уменьшаються. Тепер в обратно в порядку. Отдай кастрюлю. Замечательная кастрюлька из того дивного набора, который разошелся по селу Павловка. Я взяти тут 12 стульев, будем собирать по селу. Достанется номеру 678. 678. Заберите свою кастрюльку. Штучка нужна всегда. Посмотрите, пожалуйста, может, это чья-то вещь потерялась. Номер 678. Найдитесь, пожалуйста, заварить кастрюльку. 678. Ой, нема, никого. Я скажу, кастрюлька маленькая, понимаешь, что тут, одну котлету покласть и все. Следующий подарок. Скажите, пожалуйста, номер 333 не вернулся? Вот 33-й номер. Вот, 333-й номер. Вот. Где ты, детка, был раньше? Ты, наверное, спал, да? Теперь у тебя есть... Нет, это номер 333. Не 303, а 333. Вот. А-а-а, мою кашу, я догадалась. У вас теперь будет лично тигрюля. Так, прекрасный грейчик. Достань шин для жидкости. Неважно какой. После сегодняшнего праздника главное, чтобы холодненькой. 45! Номер 45! 45-й номер! Номер 40. Вот, зайчик, держи. Завтра утречком до компотика нальешь. Да. Спасибо тебе, зайка. Давай сейчас еще девчоночку возьмем. Иди сюда, я тебе 300 раз уже обещала. Ты уже, деточка, мы не машешь руками, а я все, тетка слепа. Подожди. Ой. Влюбленная подушка. Да, голубенькая. Лена, это что-то ты не то сказала. Я сказала, подушечка голубенькая, Лена. Номер 52! Номер 52! Кстати, классная подушка в дорогу, если далеко едете под Павловым. А вот бежит мальчишка, по-моему, ему эта подушка запрячешь, подаришь, кстати, и Валентина кому-нибудь. Ну, слухай, тетю Таню, она уже забыла. Да ты слухай, тетю Лена, на ее дубно спать. Следующий. Так, и все-таки нам нужен обладатель ковша. Кому нужна машина? Поднимите руки. Бля, никому не надо машину. Так, поехал, позабираем у них, ладно. Так, и достанется он номеру 117. Номер 117. Номер 117. Заберите девушку за понравку. Наконец-то, нашелся претендент на машинку с ковшом. Часы. Будильник для сплюх. А что ты на меня сразу дыгаешься? Да я все время сплю. Да ты сейчас что-то дремаешь. Женщина, не сплю, я тебе потерплю. 579! Номер 579! Номер 579! 579! 579 номер, заберите свой будильник. Есть хозяева? Не, пожалуйста, которые держат билеты, я веер. Обратите внимание, может, у вас там этот номерок есть. 579 номер. То, что везунчик, у кого будет по утрам звонить будильник. Не бачу. Потому что ее так и никому не отдали. Что ж такое? Наши опять людям добрым. А мы ищем претендента на такую вот кастрюлечку. Дама стоит, мне он улыбается, она, наверное, хочет всю кастрюлю, я поняла. Двигаемся. 287! 287! Заберите, пожалуйста, вот, вот. Мужчина идет, но вот с этого прогодится. Поздравляем с кастрюлькой. И такие найти нужно.
Скажите, пожалуйста, номер 196. Пришел? 196 номер. Вернитесь к нам, потому что у вас на нас стоит ваш ценный приз. 196. Нема такого. И опять такие мини будильник, такие манюсенькие, я вам честно скажу. Извините, винник. Зараза, по утру. Да, вы знаете, что вообще-то надо по будильнику положить в кастрюльку, он еще больше звенит тогда. И после этого она говорит, что я сплюха. Говорит, она даже знает, как вставать. 589. 589. 589. Вот, обладатель такого чудесного утром будильника. Отличненько. И остались три ценных приза. Это мотокоса, это бензопила и это мультиварка. Так, внимательно держите свои билетики. А начнем мы с мультиварки. Да, начнем мы с мультиварки. Она просто легче. Прекрасная помощница вам на кухне достанется номеру 54! 54 номер! Заберите 54! Есть, 54-й, выбирай! Мама, поднимите руки, кто мама, да ребенка! Поднимите! Аплодисменты! Поздравляем вас, у вас будет теперь личная помощница на кухне! И следующий ценный подарок! И следующий ценный подарок это... Что это так это? Румыстат, универсальная комплекция двух... Блондинка! Так, танчуки такая вообще? Это вообще-то мотокоса. Я в квартире живу, что я с ней буду работать? Нет, это я как пила. А, бензопила. Сама ты. Я как це пила, це бензопила. Ну это слушайте, доктор, что ты бензопила дружба. Ну что я не взяла, боже. Люди завтра до Костоправа придется ехать. Божечки. Давайте быстрее. Не спеши, как быстрее. А он такое вот чудо достанется номеру... 260! Номер 260! Мужчина, 260-й номер! Выходите. Аплодисменты, поздравляем вас! Я толпущу! Аплодисменты! Подожди секундочку, как вас зовут? Руслан. А вы пользоваться умеете данным инструментом? Конечно. А вы местный? Ну как сюда? Вы откуда? Сердонец. Но главные призы почему-то выигрывают не местные, да? Держите. Поздравляем вас с этим приобретением. И последний подарок. Это у нас мотокоса. Помощница для вас в хозяйстве, потому что чтобы всегда было чисто. Возле двора и не только. Достанется номер... Ну, она еще тяжелее, чем бензопила. 119! Номер 119! Номер 119! Есть! Боленька по молодой хозяин! 119! А внимание, родители, подойдите, пожалуйста, потому что очень тяжелая вещь. 119! А вы местная? Вы местная? Нет? Поздравляем вас! И это не все, еще часть заберите. Спасибо тебе, зайка. Ну, на этом наша батарея. А, так оказывается у нас в этот день Полина еще является, мне только что подсказали, имениннице. Давайте аплодисменты. Прекрасный подарок, аплодисменты имениннице сегодняшнего дня. Мы поздравляем всех с приобретением, поздравляем с пополнением в вашем, так сказать, хозяйстве, на кухне, либо во дворе. А я хочу объявить победителей змагання з настольного тенісу. Итак, третье место в змагання з настольного тенісу в день села Павлівка нагороджується Серебрянський Олексій, подойди. Поздравляем тебя. Аплодисменты.
змагання з настольного тенісу за зайняте друге місце нагороджується Павлівською сільською радою Чернуха Максим. І за зайняте перше місце змагання з настольного тенісу нагороджується Шестак Олександр. Аплодисменты, давайте поддержим наших рекордсменов. Внимание, пожалуйста, Павловка. У вас відбувся такий замечательний конкурс, жалко, що його не бачила. Найсмачніший святковий кабачок. І Павлівська сільська рада нагороджує за участь у конкурсі Євсюкову Тетяну Петрівну. Аплодисменты, аплодисменты, давайте поддержим. За участь у конкурсі найсмачніший святковий кабачок нагороджується Вітер Марина Сергіївна. Вітер Марина Сергіївна. Біжить, біжить вона ось. Вона не тільки смачно готує, вона ще й гарно співає у нас. Давайте живіше, аплодисменти, аплодисменти, давайте підтримаємо нашу. Ми поздравляємо всіх, хто отримав сьогодні подарки. А зараз, після оцієї пісні, що ми вам заспіваємо, буде відбуватися змагання налазані на стовп. Хто буде там, ну я не знаю, що там долізе до самої верхівки, правильно, тот отримає приз. Ловкачі-богатирі, приглашаємо вас на прекрасні соревнування для того, щоб отримати приз, поміритися силами, збирайтесь з мислями, пригласіть зараз прекрасную половину, которая стоит возле вас, для того, чтобы потанцевать. Мы приглашаем всех к нам, и для вас звучит эта песня. Мы вдвоем вокруг солнца.
приглашаем очаровательную девушку с шикарным голосом для того, чтобы поздравить вас с сегодняшним праздником. С днем рождения, село Павловка!